Работать будут сообща. Губернатор Николай Меркушкин обсудил итоги выборов и будущее Тольятти с представителями местного бизнеса. Предприниматели намерены принимать участие в развитии города, при этом смогут и сами рассчитывать на поддержку властей. Главная цель – быть конкурентоспособными. Сейчас внимание инвесторов, в том числе и иностранных, приковано к особой экономической зоне и технопарку, но при этом глава региона подчеркнул, предстоит большая работа. Он отметил, город много потерял за последние 15-20 лет в плане благоустройства, инфраструктуры, медицины, дорог, ЖКХ. Программу развития автограда должны разработать в максимально короткие сроки – до ноября. Надо сейчас консолидированно максимально решать те проблемы, которые стоят перед нами. Заводить какие-то политические заварушки, там, какие-то схемы, чьи-то амбиции. Надо успокоиться. Успокоиться и делать то дело, которое каждый должен делать.